Всем привет, меня зовут Костя Баранов, и в нашей еженедельной рубрике я рассказываю про интересные и полезные игры и приложения для вашего iOS-устройства. Начинаем! Игра Train Conductor World представляет собой необычную кузалку, где вы управляете поездами и должны переставлять их на нужные пути, ну и следить, чтобы они не пересекались, образовывая аварии. У вас есть карта с заданиями, которые открываются по мере прохождения. Зачастую одну локацию вы будете проходить несколько раз, но с разными уровнями сложности. Sketches Pro для любителей и профессионалов рисования на смартфоне. Именно это приложение подойдет лучше всего, ведь имеет необходимый набор инструментов, простое и поддерживает 3D Touch для определенной силы нажатия. 9 основных инструментов и цвета для рисования на выбор. На новых айфонах, нажимая сильнее, линии становятся толще или контрастнее. Есть слои, как в фотошопе, и возможность выбирать фон. SuperSharp – логическое и интересное, где вам нужно отрезать от различных фигур их части или отрезать их на куски, чтобы они касались контрольных точек. Есть простые уровни, где участвует один объект и одна точка, а есть и более сложные с большим количеством загадок. Приложение LEDI для проигрывания текста. Это движущаяся лента из светодиодного текста. Вверху пишем нужный текст, выбираем цвет, шрифт, скорость, отображение, отразить или нет, и необходимость повтора. Включаем и радуемся. Такое приложение поможет на уроках, когда голосом диктовать точно не получится. Это все на сегодня. Предлагайте свои приложения и игры в комментариях. Подписывайтесь на меня в Твиттере и на канал. Подписывайтесь. Всем пока!